Всім привіт! Ну що, останній кабачок у нас на огороді, і з нього приготувати я хочу якусь смачну страву. Яку? Я сама не знаю. У мене є 300 грамів фаршу, і ми будемо готувати. Що я буду робити? Зараз я кабачок очищу від кожиці, від серединки і натру от на таку терку. Ну, кабачка я візьму грамів 500-600. Основа – це кабачок. Ми готуємо це блюдо, якщо у нас мало м'яса, і ми хочемо отримати багато готового зелля. Працюю з кабачком. Зараз я удаляю ось цю середину, вона не потрібна, тому що вона вже, ви розумієте, переросшая. Кабачка у мене вистачає, тому цю вату ми вибрасуємо. Ось ця вата нам не потрібна. Ну і сама вже шкурочка теж старовата, тому я її акуратно, вона режеться легко, срізаю. Я кабачок потерла, смотрите, я взяла така мелка морковка, одна хороша морковка і чеснока. Ну от у мене був начищений, я його взяла, там 5 зубочків. І я не буду натирати на ось цій терці, зараз включу електричну, тому що мені потрібно до ума, як кажуть, довести морковку. Тому я зараз... Така маса вийшла, ну не сильно віддавлюйте, щоб вона не була така сухая, що взагалі. Не солила ничего. Ой, как пахнет чесночком. Хорошо. Сейчас соединю, чтобы было однородное. И теперь добавляю сюда эти 300 граммов фарша. И вымешиваю до однородности. Одну большую луковицу мелко нарежу. Сейчас такое впечатление, что я соединила фарш и с капустой квашеной. Ну, внешне. И вот в этой водичке, которая у меня есть, вот я слила ее сюда в мисочку, можете взять молока, как хотите. Добавляю сюда батона и 3 батона кусочка, чтобы они у меня стали мягенькие. Так, сейчас я солю. У меня соль со специями, чайная ложка. А вы смотрите, соль и специи это по вкусу. Черный молотый перец. А что-то у нас не высыпается. Ой, переборщила перца. Ладно, не соберу уже. Паприки чуть-чуть. Вымешиваю это все. Я вам скажу, что эти котлеты, они могут держать форму и без яйца. Но я добавлю одно яйцо, как фарш мясной получился по цвету. И по весу тут точно. 300 грамм фарша получится, наверное, кило-кило 200 котлет. А если еще сделать вот этот вот тот же самый фарш, то же самое направление, добавить сюда вместо булки чуть-чуть риса, булгура, любой крупы, сформировать такие тефтели, залить их такой вот зажаркой, морковка, лук, томатный сок, соль, сахар, специи. И в духовочку это будет замечательный тефтели, который будет очень-очень много. Кабачок дает в этом изделии вкус, кабачок дает объем, то, что нам и нужно, правильно? С мяса, извините за выражение, и дурак приготовит котлеты. А вы попробуйте сделать 300 граммов фарша много котлет. Это просто. Ну, просто нужно уловить, как говорится, направление. Так, все, это все готово. Сейчас я хлебушек. Что у нас тут с хлебушком? Или на измельчителе, или так вот разомну. Сейчас я его отожму. Конечно, сытней будет, если вы будете использовать... О, смотрите, все нормально. Хорошо разлито. И... Если вместо сока кабачка добавить сметанку, в молочке размочить батон, это намного вкуснее. Но ничего страшного. Не все, как говорят, не мед и ложкой. Такая вот луковица, режу мелким кубиком. У меня, вы знаете, сел телефон, поэтому я успела и отбить мясо, и с луком соединить. По соли, по специям очень все хорошо. Добавляю одно яйцо. И я добавлю сюда, знаете, нам нужно немножко, как говорится, спрятать вкус кабачка, чтобы это было похоже прямо на чистое мясо. Ой-ой-ой, много-много. Вот я беру кмин, зира, вот так немножко переминаю и соединяю это все вместе. Если во время, вот когда у вас фарш стоял, вы отбивали, чуть-чуть жидкость появилась, а слейте ее, чтобы у вас не было проблемы, тут достаточно. Все. Если вы в сметанке или в молоке замочили батон,
у вас вкус будет более насыщенный. Так, все. Вот такая структура. Она не сухая, но и не мокрая. Теперь беру. Ну и когда вот так фарш я била, чтобы лишний воздух выгнать. Вот так. Теперь беру муку. Вот так. И сюда фарш, как, какие там вы котлеты хотите, большие, маленькие. Вот так выкладываю. Сильно сухо не делайте, потому что котлетка будет сухая. А так вроде бы чуть-чуть влажновато, но когда она начнет обжариваться, плюс еще одно яйцо, все стянется, все будет замечательно. На сковородку растительное масло, немного, чтобы не плавало, 2 мм котлеты, чтобы покрывало. Выкладываем котлетки и под крышкой их обжариваем и протушиваем. Если вы хотите сделать такие котлетки в каком-то соусе, пожалуйста, готовьте подливу. Это лук, морковка, зелень, чеснок, сахар, соль, болгарский перец, специи, какие хотите. И томатный сок или томатная паста. Или же сметанную делаете. Тоже очень вкусно. Заливаете, можете в духовку отправить. Но я сегодня делаю просто вот такие котлеты. Так, наливаю растительное масло. Вот я же говорю, 2 мм, чтобы котлета была в масле. И сразу такую сковородку берите, чтобы плотная была крышка, чтобы мы как бы обжаривали и протушили. Рядом прямо ставлю этот разносик с мукой. Смотрите, ничего не разваливается, ничего не пристает. Все легко, потому что масса у нас не очень влажная. И сделаем вот такие кругленькие котлетки. Вот так. Быстренько панирую муки. В сухарях, ну я в сухарях, вы можете и в сухарях. Я сухари люблю, когда без тушения. То есть запанировали, хрустящая корочка в сухарях. А коль мы будем под крышкой тушить, то мука сохраняет сочность и все то, что нам нужно. Вот так. Большие хорошие котлеты. Формирую, накрываю крышкой и обжариваю. Обжариваем на небольшом огне. Накрываю крышкой, просто чтобы мясо просушилось. Смотрите, какая красота. Ничего нигде не разваливается. Я говорю, что даже можете яйцо не добавлять. Потому что в любом случае, когда вы делаете фарш, вроде бы какая-то чуть-чуть жестковато, но потом только начинает обжариваться и тушиться, все схватывается. Все с той же, с той же стороны, где-то 7 минут с каждой стороны. У меня фарш свиноговяжий, поэтому смотрите уже сами, как вы будете готовить. Я тушить не буду. Вот оно под крышкой, у меня все протушивается. Если хотите, обжаривайте просто на открытой сковородке. Затем складывайте в сотейник и тушите. Или отправляйте в духовку. У меня все это вот будет на сковородке. Котлеты по-быстрому. Очень много котлет по-быстрому. Ну что, смотрите, какое количество котлет получилось. Я притрусила зелень и укропа, пока это есть. Почему бы не пользоваться? Вы можете это не делать. И давайте сейчас попробуем, какие же котлеты. Какие они ароматные. Боже мой, никто не скажет, что это не мясные. Я сейчас возьму пару котлет, сделаю такую маленькую презентацию, и мы с вами попробуем. Из-за облачных здесь презентаций я не делала. Просто немножечко кетчупа. Что хотите. Можете соус какой-то придумать. А можете просто-напросто без ничего салат с помидоров, с огурцов или что у вас там есть. Давайте, я не буду никакой вилки брать. Я прямо сейчас попробуем. Вот давайте. Ай, горячо. Давайте попробуем. Вот. А, горячее, конечно. Как сочно, ребята. А как вкусно. Это что, знаете, вот лук бывает разный. Вот я порезала лук. Надо было его тоже потереть. И вроде бы мелкие кусочки, но лук немножечко чувствуется. Вот очень в этом году он какой-то твердый, я не знаю почему. Вот это вот то, что сейчас получилось. А так замечательно. Я думаю, что вы обязательно приготовите. Даже если у вас нету кабачка, сейчас они очень дешевые, очень дешевые. Готовьте, пусть у вас все получается. И знаете, презентация у меня сегодня не очень красивая. Я просто взяла кетчупом, полила и все. Это не очень красиво, поэтому пусть будет вот так, правда? Так лучше. Бажаю вам здоровья, мирного неба над головою. Хай у вас все виходить. До побачення, до нових зустрічей. Все-таки вот так лучше, правда? Просто бальзамиком. И лучше, и вкусней, и красивей. Все.